Путин заявил, что летопись российской славы никогда не прервется. Но сегодня день героев Отечества. Я напоминаю, что героями Отечества, да, у Путина являются самый нейтральный герой Отечества. Самый нейтральный — это Михаил Бабу Доржо. Михаил Бабу Доржо указом Путина 3 октября 2007 года за проявление героизма и самоотверженности при спасении отары овец награжден званием Герой России. Это вот самый нейтральный, да, ну, овец спас, молодец, блядь, на себе, Герой России. А остальные, это, блядь, путинские хмыри, это кадыровские убийцы и так далее. Вот это Герой России, представляете? Да, я думаю, что те, кто травил Скрипаля, и те, кто травил Навального, тоже все Герои России, безусловно. То есть Путин, я уверен, их наградил. Поэтому наличие звания Героя России — это уже автоматическая люстрация, причем жесткая, автоматический трибунал. А пожарных, спасателей, врачи, скорые помощи не герои? Нет, ну а какие они герои? У Путина свои герои, у него Патрушева герои, у него Бортникова герои, он сам герой, ну и так далее. Это же их герои, это же герои их России, государство, которое Путин называет Россией, но к России это не имеет никакого отношения. С страной Россия, государство России враждебны, находится в дикой, совершенно непримиримой войне. Молодец среди овец. Да, вот, Василий Иванович, вы как раз написали, я так назвал в свое время статью, году в 2007, когда вот этого наградили, когда его званием героя, я описывал все эти героические поступки, очень смеялся по этому поводу. Такая сатирическая статья есть. В случае большого бунта нам будет противостоять Альфа. Что будет делать будем? Что, прикалываете, что ли? Альфа им будет противостоять. Кто такие Альфа? 2,5 инвалида, блядь. Альфа, блядь. Какая Альфа-то вам будет противостоять? Из огнемета один раз шарахнул, и нет этой Альфы. Это Альфа имеет какую-то силу, когда им надо взять безоружных людей в каком-то там доме, каких-то террористов с заточками, еще что-то. А когда боевые действия, вспомните, что было с полком Бранденбург, которым вот Скорцени командовал, когда Гитлер их отправил на передовую. Что с ними было, кто помнит? Пушечное мясо было из них. Их просто перешинковали и все. Какая Альфа? О чем вы говорите? Альфа. Меня иногда это пугает просто. Я думаю, что, о чем люди думают.